Всем привет, с вами Виктория, и сегодня мы будем рисовать дикого мустанга. Картина будет яркой, сочной, солнечной, и, конечно же, будет передавать свободу лошади и классную жизнь в прериях. Основную задачу, которую я поставила для себя при написании данной картины, наверное, все-таки попытаться изобразить лошадь в стиле гиперреализма. Давайте посмотрим, что у меня выйдет. Ну и, конечно, всем желаю приятного просмотра. Ну вот и закончила я работу над созданием картины «Мустанга». Получилось классно. Жалко, камера не передает, вживую смотрится как фотография. Но я довольна. Если вам понравилась моя работа, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего, всем всего доброго. Всем пока. С вами была Виктория, Victory Arts.